К новостям спорта. Хоккейная команда ТТС из Висагенеса одержала победу в первом матче игр на Кубок сезона. 8 апреля в Ледовом дворце города Даугавпилс стартовал второй Кубок сезона. В его первом матче встретились недавно созданные команды Висагенес ТТС и объединенная команда игроков из Зарасай и Утины. Буквально на первой же минуте матча за срыв атаки команде Утина-Зарасай был назначен штрафной бросок, который Александр Ковалев мастерски реализовал. После этого игра стала больше походить на то, что кошка решила поиграть с мышкой. И хоть преимущество хоккейной команды ТТС было налицо, все же противники имели немало шансов забить гол, в том числе выходы в ноль и 6 буллитов. В итоге хоккейная команда Висагенес ТТС одержала победу со счетом 9-1, а ее лучшим игроком был признан Сергей Абоджин, забивший ворота противников 4 шайбы. Теперь победителям предстоит встретиться с более опытными игроками в матче, который состоится 15 апреля, там же, в Даугавпилсском ледовом дворце. Ваши впечатления после победы сегодня? Ну что, вот состоялся наш дебют на льду Даугавпилса. После первого турнира Зарасая, значит, там в комментариях было сказано, что наши планы будущие Даугавпилс. Вот он, как говорится, состоялся. Дебют, ну, сами видите, по результату. Вот. Соперник, конечно, был известен нам. Мы с ним уже не первую встречу отыграли, тренировались вместе. Поэтому, как бы, с одной стороны, хочется порадоваться за команду, что все вроде сложилось. Но с другой стороны, впереди более серьезные соперники, поэтому расслабляться нельзя. Надо готовиться к более серьезным встречам. Вам легко досталась победа? Ну, будем говорить так. Пришлось немножко попыхтеть, но, в общем и целом, все получилось. Ну, а на какие успехи вы рассчитываете в этом турнире? Ну, не знаю, как насчет полуфинала, вернее, насчет финала, но я думаю, что силы дойти до полуфинала у нас есть. Отлично. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо. Удачи. Приглашаем болельщиков поболеть за нас. Всего хорошего.